Мама или папа? Сука. Ну, наверное, мама. Хуснора или Лайло? Хуснора. Конор или Хабиб? Конор, однозначно. Барселона или Реал? Барселона. Семья или любовь? Семья. Apple или Xiaomi? Apple. Кола или Пепси? Кола. Бэтмен или Джокер? Бэтмен. Гости или Queens? Queens. Ай, бег. Лада или Шевроле? Шевроле, конечно. Что за глупости? Месси или Роналдо? Месси. Макро или корзинка? Корзинка. Борода или узбек концерт? Борода. Трамп или Путин? Путин. Готов ли честно отвечать на все вопросы? Да. Ты свободен? Да. Сколько тебе лет? 27. Какой ты национальности? Вообще узбек, ну, в принципе, помеси до хрена, как и у любого человека нормального. Кем работаешь? Частный предприниматель, семейный холдинг, параллельно музыкант, артист. Какое образование? Два высших образования, Американская академия драматических искусств, актер театра, кино и мюзиклов, а второе — коммерческое право, Вестминстер. А в какой школе учился? Полтинник. Лицейское прозвище? Зохан. Твоя первая любовь? Сейчас сложно сказать, потому что как бы тогда казалось любовью, сейчас кажется, что это просто детский лепет. Ты националист? Патриот. Служил? Нет, но военный билет есть. Веришь в гороскопы? Нет. А в Бога? Нет. А в инопланетян? Другие расы, да. Ходил к экстрасенсам? Нет. Ты сам себя обеспечиваешь? Да. Сколько тратишь денег в месяц? Больше... Ну, я смотрел твои передачи, больше 2000. Сколько зарабатываешь? Ну, соответственно, больше, чтобы получалось тратить. Ты считаешь себя золотой молодежью? Нет, наверное, это надо спросить у других людей. Ходил к проституткам? Да. Когда в последний раз? Это давным-давно, 2008, какой, 2009 год. Ты рос в полноценной семье? Да. Ты из богатой семьи? Нет, из трудолюбивой семьи. Самый дорогой подарок от девушки? Парфюм или рубашка какая-нибудь крутая. Самый дорогой подарок, который ты делал девушке? Ожерелье, браслеты. Какой у тебя телефон? У меня их несколько. Один из них — iPhone 11 Pro, по-моему, так называется. Где три камеры сзади. Сам себе купил? Ну да. У тебя есть машина? Да. BMW беленькая, X4 M40i. Сам себе купил? Угу. Когда в последний раз дрался? Ну, это Вестминстер. Воровал? В детстве своровал у мамы из шкатулки 500 сумм или сколько-то. Отец увидел, меня один раз хорошенько воткнул. Я пролетел 2-3 метра над верандой, и после этого нет. Попадал в изолятор или тюрьму? Попадал. В Турции сидел во время отпуска. В тюрьме. В Москве сидел, в УВД Конькова. Попадал в аварию по своей вине или сбивал кого-то? Нет, сбил буквально недавно кошку, но я вернулся, взял кошку, убрал в пакет, отнес в стороночку и уехал. До скольки лет ты брал деньги у родителей? Где-то до 22-3, хотя 16 лет папа меня пнул под зад и сказал: иди работать на склад, и я ушел работать на склад. Насколько ты ревнивый? Я просто уверен в себе, и я доверяю человеку. А если он сделал что-то не так... Ну, это его вина уже. Ты изменял? Да. Тебе изменяли? Да. Прощал измены? Просто простить человека измену? Да, прощал, когда человек сам приходил и извинялся, но никак не восстанавливался после этого. Лично ловила за измены? Лично перед собой физически? Нет. Спрашивал у человека — да. Спал с чужой женой или девушкой? Давным-давно была какая-то женщина, но я не знал, что она была замужем. Потом я узнал об этом, и мне стало жалко ее мужа. Плакал из-за девушки? Ну да, в детстве, конечно, плакал. Девственность девушки имеет значение? Нет. Смог бы жениться на девушке с ребенком? Нет. Смог бы взять детдомовского ребенка? Да, я очень хочу в дальнейшем одного из детей взять из детдома, воспитывать. Поднимал руку на девушку?
только как бы успокаивая ее и держа ее. Поднимала ли девушка на тебя руку? Ну, соответственно, да. От тебя залетали? Нет, контролирую. Что ты запрещал девушке? Или запрещаешь? Ну, наверное, куда-то улетать без меня. Либо идти куда-то после 11, там, в клуб, в какое-то заведение ночное. Есть ли плагиат в твоем творчестве? Нет. Но где-то мы все равно вдохновляемся. Употреблял ли что-нибудь для вдохновения? Тоска, эмоции. Много раз тебя отшивали? Нет, в школе. Ты свободен в творчестве? Да. Ну, как относительно, опять же, есть вещи, которые я не могу показать. Скажем, купальники, поцелуи, это у нас нельзя. Соответственно, нет. Когда в последний раз плакал? Последний год, наверное, в течение года за какой-то фильм хороший был. Либо какая-то человеческая эмоция между людьми. Парень должен платить за девушку? Все относительно. У нас, да, в Европе заплатишь, обидится она тебе и вернет твои деньги. Имеет ли значение религия девушки? Нет, абсолютно. Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Нет. Как относишься к лесбиянкам? Прекрасно. А к геям? Ну, как, нейтрально. Если они не делают это на улице, не мешают другим людям, а сами между собой, без проблем. К тебе приставали парни? Да, было. В Калифорнии пока жил. Ходили очень часто в Abbey's Club, это клуб нетрадиционных ребят. Но там снимали девчонок, потому что там легче снимать их. У тебя есть друзья другой ориентации? Есть, их много. Твои композиции – это искусство или коммерция? В первую очередь это искусство. Коммерция – это во вторую. Умеешь готовить? Отлично делаю 50 видов яичницы. С одним яйцом, с двумя, с тремя и с пятью. На самом деле, любой человек умеет готовить. Сейчас есть YouTube. Даешь деньги в долг? Нет, очень редко. Только если я знаю, что человек вернет, и что это близкий-близкий друг. И не понимаю, когда люди просят в долг, который меня даже не знает. Брал деньги в долг? Нет, никогда. Выступаешь на свадьбах за деньги? Теперь да. Сколько стоит выступление? 300. Могу сделать. Ты настоящий в творчестве? Да. Ты красивый? Безупречный. Есть ли у тебя проблемы с волосами? У безупречных не бывает проблем с волосами. Шучу, конечно, есть, как и любого человека. Любимое матершинное слово? Часто врешь? Нет. С милой рай и в шалаше? В принципе, да, но если ты в шалаше, то ты сам виноват в этом, что вы в шалаше. Все девушки любят бабки? Большинство. Ну, красиво жить не запретишь. Давал взятку? Да. Кому? Сам простой ГАИ. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? 9, потому что всегда есть куда стремиться, но 10 это я. Как можно девушке познакомиться с тобой? Просто подойти ко мне и заговорить со мной. Играл в игры? Когда-то давным-давно, да. Прям висел, когда в школе учился, дома за компьютером постоянно играл. Сейчас вообще. На каком языке думаешь? На русском, на английском. Но сейчас стараюсь больше думать на узбекском и, соответственно, говорить. Платил за друзей? Да. А сейчас? Тоже. Конечно, плачу, но опять же, сейчас я сократил круг друзей, потому что есть люди, которые тебя ценят как друга, а есть кто пользуется просто. Ты сплетник? Нет, и ненавижу таких людей. Хотя я знаю очень много, и в большинстве случаев сплетники – это мужики, а не бабы. Я знаю каждого, кто обо мне что говорит. Что бы ты хотел сказать своим хейтерам? Но если меня смотрят мои родители или кто-то из близкой семьи, закройте уши, потому что хейтеры, идите вы нахуй. Я знаю каждого, кто из вас что про меня плохое говорит, потому что мне все равно это доносит. И благодаря вам я только сильнее становлюсь. Спасибо. Размер имеет значение? Имеет значение, но как бы по идее первые 5-7 сантиметров влагалище чувствительное. Если у тебя, конечно, меньше 7, то все плохо. Если больше, все нормально. Ты принц? Нет, я честный трудяга.